Если б знала старуха из сказки про рыбку, про силу науки, про век инноваций, тогда попросила она не корыто простое, а ванночку с маслом, дегтем и нефтью. Купальник, полотенце и тапочки надо прихватить. Отправляемся на водные процедуры. Да не в бассейн, а в салон красоты. Вода здесь словно из чистого источника, с полезными компонентами. Пантовая ванна – современный эликсир молодости и красоты. Пантовая ванна – это экстракт из рогов молодого марала. Это, естественно, очень сильное тонизирующее средство. То есть это улучшение состояния всего тела, организма, настроения. Волшебное свойство пантовых ванн обнаружили еще в 39 веке до нашей эры. Уже тогда люди знали, что рога молодого марала хранят в себе невероятную силу и энергию. В 21 веке эта роскошь стала доступной. Заплатили 600 рублей и наслаждайтесь водной процедурой. Получайте удовольствие и пользу. Пантовые ванны повышают иммунитет, нормализуют сон. Погружаться в них следует 1-2 раза в неделю. Вот наша ванна из нафталановой нефти. Она готовится для вас в температуре 38-39 градусов. Что-что? Мы не ослышались? Ванна с нефтью? До чего техника дошла? И что же это за нефть такая? Неужели та самая горючая смесь со специфическим запахом? Нафталанская нефть, которая добывается в Азербайджане. Вот это единственное в мире месторождение, которое нефти, которая не горючая, то есть она не дает такой эффект, как вся остальная наша нефть, да, а дает эффект именно омоложения, оздоровления человека. Густая жидкость коричневого цвета при растворении в воде меняет свой облик, становится более благородной. Ванны в ее исполнении полезны при заболеваниях опорно-двигательного аппарата. Нафталановые ванны стоит принимать 2 раза в неделю. Одна процедура обойдется в 380 рублей. Возникает ощущение, как будто бы все тело обволакивается какой-то пленочкой. Ничем не пахнет, и, на мой взгляд, она даже какая-то минеральная немножко. Мне показалось так. Эх, хорошо лежим, расслабляемся. Одновременно еще и худеем. Ванна скипидарная, дарит прекрасное настроение и благоприятно воздействует на сердечно-сосудистую систему. Чистка токсинов идет в первую очередь. Вот. В первую очередь наши проблемы со здоровьем происходят от того, что наше тело начинает забиваться. Вот скипидарная ванна, в принципе, она и действует на то, чтобы очистить наш организм, то есть оздоровить его. Принимать скипидарную ванну в течение 15 минут предлагают за 280 рублей. Погружаешься, такая эйфория небольшая. Вот, особенно вот то, что происходит внутри тела, эти покалывания. Как будто электротоком каким-то обрабатывается кожа, омолаживается. Очень приятно. Цвет воды практически не изменился, а вот по запаху можно определить, что ванна уже дегтярная. Я сейчас ощущаю легкость. Я ощущаю, что у меня кожа сейчас очень увлажненная. Уйдут все проблемы какие есть там, допустим, на коже. Ну, они всякие, там, высыпания, ну, даже с псориазом такая ванна, ну, при длительном, опять же, применении. Она поборется, на самом деле. Она эффект хороший дает. Цена дегтярного удовольствия 400 рублей. После водной процедуры необходимо передохнуть 30 минут. И только после этого выходить на улицу. Противопоказания для любых ванн, можно общее сказать, это онкологические заболевания. Любые заболевания в стадии обострения. Это заболевания сердечно-сосудистой системы, если есть сердечная недостаточность. Гипертония третьей стадии. Это туберкулез, особенно активная форма туберкулеза. Это беременность. На пользу телу, а не только для души. Ванны стоит принимать через 1-1.5 часа после еды. Еще в 19 веке немецкий поэт Генрих Гейне сказал: «Единственная красота, которую я знаю, это здоровье». И поспорить с ним сложно.